Самые яркие, а главное, новые реакции вокальных специалистов со всего мира, друзья, на творчество Дианы Анкудиновой уже через секунду на канале Горинов Лайф. Не забывайте поддерживать видео лайком, а мы незамедлительно начинаем. Открывает нашу подборку канал You Online Singing Coach. 7000 подписчиков, страна США. Craziness. Oh, these are such interesting voices that you send me sometimes. Like, I have never heard a voice like hers. Но это весьма эмоциональный вокальный тренер из Испании. Канал носит название Jen All. 13000 подписчиков. Смотрим ее реакцию на выступление Дианы с композиции Can't Help Falling in Love. Продолжает нашу подборку яркая реакция от канала Монтесе Бермудес, международная школа вокала из Испании. А слушает этот вокальный тренер композицию «Дарньер Дансе» в исполнении Дианы. Прикольно. Tiene una voz preciosa, tiene una voz preciosa. Bueno, ya ha convencido a una juez y acaba de empezar. Pero es que lo que es el timbre de la voz es espectacular. Ella tiene una voz grave y las voces graves tienen un timbre como muy personal. Y aparte, aquí ya me he hecho un efecto casi... meterlo un poquito en la nasalidad para dar un efecto muy bonito. Lo repetimos, mirad. ¿Eh? Lo pone un poquito ahí. Now an industry artist. 8000 подписчиков. Страна канала не указана. Это не вокальный тренер, но автор песен. Отчего его реакция также весьма и весьма кажется мне любопытной. Immediately, as soon as she opened her mouth, button smashed. Just saying, this one she brought a lot more character than I've seen. А эта позитивная девушка представляет страну Нигерию. 24000 подписчиков. Канал «Наша Африка». Реакция «Лайфстайл».
ваши аплодисменты. Далее у нас следует The Classic End, 750 подписчиков из Ганы, совсем еще начинающий канал. Автор его избрал для прослушивания композицию «Огонек» в исполнении Дианы Анкудиновой. И вот что из этого получилось. Всюду были друзья, но знакомую улицу позабыть он не смог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было загадано, свой исполнится срок. Не погаснет без времени золотой огонек. Вау. This was beautiful. This was breathtaking, guys. Wow. А это Валли Элли, 33 тысячи подписчиков, вокальный тренер из Италии, который также избрал для прослушивания песню в исполнении Дианы на проекте Show Must Go On, которая впечатлила многих и многих зрителей по всему миру. Fermiamoci, mi sarei girata anch'io, ma molto molto prima, perché lei ha veramente un suono così particolare. Qui invece è naturale il suo modo di cantare, particolare, la sua voce, il suo timbro. Известнейший, популярнейший вокальный тренер из Испании, 667 тысяч подписчиков, Сеси Довар Вокал Коуч, завершает нашу сегодняшнюю подборку очень яркой реакции на песню в исполнении Дианы «Can't Help Falling in Love». Смотрим. Completamente impresionante. Es completamente impresionante lo que es capaz de hacer. Los matices, ¿se dan cuenta cómo va cambiando matices en su voz? Y va variando y se escucha esa voz, esos armónicos tan impresionantes. Es como si tuviera varias personas cantando con ella misma. Madre del amor hermoso, qué potencia, qué poder tiene. Fijaros que la voz de cabeza es más débil que la voz de pecho, ¿no? Así todo, ella otorga potencia a esas notas. Fijaros la boca, esa apertura completa, tornado de mujer. Что же, друзья, традиционно спрашиваю вас, какая из реакций сегодня вам пришлась по душе наиболее всего. Напишите непременно в комментариях. Также вы можете поддержать канал финансово, реквизиты есть в описании. Не забывайте подписываться и ставить лайк этому видео, если хотите еще больше интересных подборок на творчество Дианы Анкудиновой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Слушайте хорошую музыку и берегите себя. Увидимся. I know you told your friend.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it